В Искитимском районе подведены итоги фотоконкурса «Это мы». Отдел по делам молодежи выбрал лучшие семейные снимки по 6 номинациям. Творческое соревнование проводилось ко дню семьи, любви и верности. На суд комиссии было представлено 34 работы. Фотоконкурс проходит ежегодно. В электронном виде фотографии отправляли в отдел молодежной политики. Семья и семейные традиции, поймать эмоцию, история семьи и беззаботное детство. Призы за победу забрали семьи Шестаковых, Авиловых, Дубровиных, Петуховых, Герамович. Приз зрительской симпатии в этом году у семьи Хомкиных.